Yep. У нас двоє ребятишек, пацан і дівчинка. Пацану 9, он ходит в 4 класс, зовут его Денис. А малая ходит в этот гартен. Да, вот в гартен ходит, в общем. В киндергартен. Ей 2,7, она маленькая еще. Зовут ее Эстелка. По поводу меня, я не живу в Германии. Я живу большую часть в России, потому что, ну, во-первых, я гражданин России. Во-вторых, большая часть всей моей работы происходит там. Сюда я приезжаю изредка, и большую часть времени приходится общаться с помощью интернета, ну, скайп там и все такое. Но когда я приезжаю, праздник. В общем, вот так мы и живем. Много-много лет вместе, и знаете, на самом деле здорово, что так, потому что могло бы не быть никак. Но получилось так, как получилось, и надо довольствоваться тем, что есть.